Приветствуем всех любителей дисциплины FIFA. На наших с вами глазах стартует плей-офф Кипербола, Кубка фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева. Что такое Кипербол, мы расскажем совсем скоро. А давайте представимся. У микрофонов Виталий Чубаев и Давид Машур. Давид, тебе привет. Добрый день, дорогие друзья. Да, стартует сегодня финальная часть. С вами сегодня определим победителя и расскажем, конечно же, по ходу всей встречи по призовому фонду, по всему важному и интересному. Ну, а сейчас можем уже и двигаться к первой встрече. Ну, ты немного забежал, наверное, в завтрашний день, потому что сегодня мы победителя еще не узнаем. Узнаем все завтра. Параллельно проходит еще и Prevolution, точно, да, и FIFA Online 4, да, если я правильно понимаю? Да, да, именно эти три дисциплины. Так что, если хотите наблюдать за этими расстояниями, добро пожаловать там. И тоже работают комментаторы на Cyberfootball TV 2, Cyberfootball TV 3, Сергей Федоров, Дмитрий Городков. Они ждут, что вы к ним тоже придете. Если вы любите Prevolution, да, если вы любите FIFA Online 4, и вам вы уже устали от FIFA, то можете сходить к нам. Но если вы выбрали нашу трансляцию, то добро пожаловать. Кто же играет уже в первой паре серии Best of 3? Это Николай Романенко и Александр Гришин. Николай Романенко, ох, я люблю его никнейм. Вот это вот Кыр-кыр, как я не называл, бывает... Шуточку. Тут, кстати, первый мяч залетает в исполнении Александра Гришина, и это забил Тиаго Мендеш. Великолепная карточка с Леона. Противостояние. Видим, что открывает он счет этой встречи. Он становится 1-0. Написано, что он из Пензы. Да, Александр Гришин по его составу, да, from Пенза. Но Николай Романенко. Посмотрим. Вот так он пропускает. Для меня, честно говоря, он выглядит фаворитом этой встречи. Но видим, что первым пропустил мяч в свои ворота. Ну, а давайте теперь уже перейдем к самому Киперболу. Встреча развивается... И, кстати, один уже это Кильян Мбаппе после улитки, да, забивает мяч в дальний. Такой вот точка-карточка Кильян Мбаппе, 97-й рейтинг. Редная, видим, что забивает Николай Романенко. Кипербол по-любому в каждом матче мы будем наблюдать за серией пенальти. И серия пенальти иногда все расставляет на свои места. То есть как бы редко бывало такое, что по истечению 80 минут игры, потому что в Киперболе играется 80 минут игры, потом соперники, если у них неравный счет, выравнивают за 10 минут оставшиеся игровые счет на табло, и потом мы наблюдаем серию пенальти. Ну, там 1-2 мяча — это преимущество в 1 гол в 1 очко Кипербола, да, если я правильно помню, это 3-4, это 2, и 5 — это 3. И Николай Романенко забивает еще один мяч, и это снова делает Кильян Мбаппе. А это, кстати, 4-й сезон уже Кипербола, поэтому мы все прекрасно помним. Помню там завораживающий финал прошлого сезона, да, если, может быть, кто помнит, когда... Там Ислам Керимов проигрывал 0-2 в серии и смог сделать 3-2. Ну, да, серии. Там еще были жесточайшие у нас эмоции. Мы кричали, там все были в шоке с этого. Там уже все, уже были мы уверены, что да? Без шансов. Но... Мы даже уже почти что ушли. Да, мы уже практически дома были, если честно прям признаться. А тут бац, и такой вот камбэч еще произошел. Причем в последнем матче, если я правильно помню, там же счет был вообще разгромный. То да, есть там да. Пенальти Ислам Керимов смог стащить. Так что смотрим. Смотрим дальше. У нас пока что 2-1. Николай Романенко обыгрывает своего соперника, именно Александра Гришина в первом тайме. 30 минут уже сыграли. 2-1. Ну, напоминаю, да, что играют 80 минут. Дальше выравнивают счет. Потом дополнительное время. Будем показывать различные промо-ролики, а вот к серии пенальти уже возвращаться. Поэтому, если вы увидели 80 минут, там будет какая-то пауза, да, и начнутся ролики, не пугайтесь, это все так и нужно, чтобы нам показывать, чем игроки тут занимаются в эти самые 10 и плюс 30-40 для игровых минут. Так вот, очень простая математика, но решил ее сложить, чтобы и вам было тоже все это прекрасно понятно, как все это происходит. Что ж, 2-1 по-прежнему, и Коля Романенко с мячом. Сейчас хорошая комбинация, Пеле.
заброс на Неймара Джуниора. Неймариньо ролирует мяч. Хороший дриблинг. Кирихор раскачал своего соперника. Дальше можно было попробовать прострелить. Там был такой свободный коридор для того, чтобы отдать пас на Кельна Мбаппе, но эта передача не последовала. Мальдини. Дальше на Нкунку. И здесь неудачно. Неймар на перехвате. Венисиус. Венисиус может пробовать пробить, но Венисиус любит такие мячи заряжать по небесам. Здесь очередной промах. Ира. Да, не дается пока что Александру выйти в свой плей-инный поле, но Мальдини тут выручает. Но еще одна ошибка. Мы видим, что, наверное, третий-четвертый раз подряд на своей плей-инный поле Александр дарит мяч своему оппоненту. Кильям Мбаппе. Фуфана. Ну и пока что чужим воротом. Развернулся, отдал передачу на Энди, Ферлан, Неймар Джуниор, Неймариньо и дает неточную передачу уже бразилец в этом эпизоде. Эрик Кантана. Это интересно, конечно, наблюдать такой персоной в матче. Только был ярким футболистом, да, в футболе. Еще и сейчас бывает ярко высказывается. Но и вот так видим, что он может показывать такую яркую игру в FIFA, чем и обусловлена его вот стоимость. Да, очень играбельная такая икона. Но мы видим, что в этом матче пока отдыхает. Отдыхает Кантана. 2-1. Впереди Николай Романенко после 45 минут игры. Даш, я думаю, что нам можно напомнить, что турнир проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы, Московского киберспорта, фонда «Страна футбола» и Федерации киберфутбола России. Призовой фонд турнира по FIFA 22 является 100 тысяч рублей. Напомним, это кубок фонда «Страна футбола», игра «Акинфеев», онлайн-турнир по киберболу, уже четвертый сезон. Да, да. То есть и много народу принимает участие в различных квалификациях. Квалификация проходит как в обычном формате, да, так и в формате пенальти отдельно. Вот пенальти, конечно, это лотерея, но, может быть, кто-то что-то знает про это. Про эти самые пенальти. Я недавно увидел пару раз очень забавный такой пенальти. И мне сказали, что это такое срабатывает иногда почему-то. То есть, если бить Паненкой ровно по центру, то голкипер почему-то просто выходит из ворот вот так вот, и мяч мимо него пролетает. Как это работает, я не знаю. Может, кстати, это работает только в другом режиме, но так, это выглядит забавно. Приятно. Смотрим дальше. Я думаю, это если не пофиксит, то уже в FIFA 23. Ну, это, знаешь, не слишком часто такое явление. Но вот люди это замечали, это такое вот было. Смотрим дальше. По 23 это еще где-то полгода нам ждать, да, ее. Потому что в октябре, скорее всего, она будет. Но смотрим дальше. Пока FIFA 23, еще рано говорить. Еще тут еще ничего не ясно. Еще множество будет турниров по дисциплине FIFA 22. Поэтому как раз-таки мы и будем наблюдать, смотреть, освещать. И как раз-таки за одним из этих самых турниров мы пристально наблюдаем и начали наблюдать совсем недавно. Второй тайм уже стартовал, уже 10 минут отыграли в тайме по номеру 2. Счет по-прежнему 2-1. Николай Романенко впереди. Мендеш. Вера. Вера дальше и продолжает свою перепасовочку, но здесь хороший дриблинг. Ну, этот дриблинг очень быстро закончился после действий от Романенко, и очень легко он сейчас разобрался, и мяч вернул опять под свой контроль. Рафа Варан. Клаус. Правый фланг. Ускорение. Кстати, Неймар передвинулся на правый фланг теперь, да, переместил. Поменял флангами. Николай Романенко. Неймара. Неймар, пенальти. Нет. Интересно, потому что обычно в таких случаях судья награждает все-таки команду 11-метровым, прокинул мяч мимо соперника, и там уже Мальдини врезался просто Неймар в Мальдини, но, видимо, в этом моменте игра посчитала, что Мальдини вообще ничего не делал, да, хотя часто такое бывает, что именно на жокее эти самые пенальти тоже зарабатываются. Здесь же Александру не указали на его точку штрафной, да, поэтому смотрим дальше. Пеле. Пеле. Контроль мяча. Налево на Кильна Мбаппе. Бапыч.
Одного убежал, второго обманул, третьего тоже сейчас может пробежать. Хороший был роллскуптерн, линию тоже обыграл, за ворота убежал, но на этом атака закончилась. Остается играть 15 игровых минут. В этом первом матче счет по-прежнему 0-0. Серия, естественно. 2-1, счет тут. Это серия Best of 3. До двух побед. Смотрим, хорошее переключение показывает сейчас Александр Гришин. Не часто мы видим эти самые переключения, но здесь оно могло сработать. И, кстати, он выиграл борьбу на втором этаже у своего соперника. Но вот пробить голкипера не удалось. Дальше такое рискованное действие в исполнении Николая Романенко. Далеко он вышел своим голкипером. Отдал передачу на фланг. И хорошо, что она прошла. Потому что если там потери, уже пустые ворота, я думаю, счет был бы 2-2. Навес на дальнюю, нужно сделать 2-2, и опять, и все-таки получилось забить. Но если гол должен произойти, да, то он произойдет. И хороший удар, хороший пас никуда не пропадет. Килиан Мбаппе, его карточка, его потом забивает. Причем под самый занавес основного времени. Да. Совсем немного времени остается, да и в рамках кипербола, да, это уже один мяч, это по сути не преимущество. Вот Пеле. Нет, не забивает Пеле в этом моменте. Хорошо, в ближнем углу играет голкипер Николай Романенко. Здесь красиво Гришин разобрался с соперником, но дальше передачи возникли проблемы. Килиан Мбаппе. Мбаппе! Что-то это ускорение. Сейчас пробегает по флангу в лучшей традиции Гарда Бейла, но все-таки Гард Бейл получше справился в том эпизоде. Здесь так делать не получилось. Мендеш. Эрик Кантана. 35 до ворот. Награждает Килиан Мбаппе мячом в штрафной. Ну а дальше тут господствует Ферлан Менди. Винисиус. Фафана. И 79-я заканчивается минуточка. 80-я уже тоже закончилась. И вот уже конец основного времени, которая нас будет с вами отправлять на небольшую паузу, после которой мы будем возвращаться в серию пенальти. И в серии пенальти будет определяться победитель первого матча в этом Best of 3 противостоянии 1/8 финала верхней сетки. Все именно так и никак иначе. Что ж, небольшая пауза, вернемся в серию 11-метровых.
Ну что ж, вот и подъехала серия пенальти. Николай Романенко, Александр Гришин будут сейчас выявлять победителя этой встречи. Не сбивает первым же ударом Николай Романенко. Неймариньо не смог открыть счет в этой матчевой серии, как и Эрик Кантана. Оба пробили в левый угол и оба не забили. 0-0 по-прежнему. Пеле, может быть, он с капитанской повязкой, конечно же, должен забивать. Здесь также Пеле. Пеле или Лафонт? Вот в чем вопрос. Пеле пробивает и получается, хоть и угадал. Угол. 1-1. Попыч не забивая, потому что Рэмсдейл тащит свою команду. 1-1 по-прежнему у мяча Ильян Попе. Туда же! Пока что все удары, по-моему, в одну и ту же сторону, да, проходят? Угу. То есть, куда бьет противник, туда и бьет, кажется-таки, его оппонент. Пакета! И угадал, даже двигал голкипера, но... Там прям зеленый тайфинишинг, да, девяточку, все. Да, все четко. Слишком жестко. Нкунку. 3-2 или 2-2? Не забивает. Но Нкунку, видимо, не только с телефоном не может разобраться, но и не может разобраться с как пробивать дерево. Видел, да, это? Забавно, конечно, без этого. Перевернуть ворота ему нужно было. Да, да, да. Чтобы забить, ей сейчас не забивает Мендеш, а он это не делает. В игре забил, в пенальти нет. Николай Романенко забирает первый матч серии. 1-0 в серии БСФ 3. Вернемся в матч по номерам 2 совсем скоро. That I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now. Movie star money making everybody act out. Yeah. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them my capellas. See, I'm only getting better. You only get jealous. You know that I run it. Everything you want to do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long. Возвращаемся во втором матче серии Best of 3. Николай Романенко, Александр Гришин. Наш с вами экран. Ухо микрофона Виталий Чубаев и Давид Машура. Смотрим мы за Кубком фонда «Страна футбола» Игоря Кенфеева. Четвертый сезон продолжается. И продолжается 1/8 сетки Винеров. Спорим за великолепную... Это да. Это был очень мощный удар, кстати, в штангу. Это все, что можно сказать об атаке. Ну, как там еще хорошо освободился. Давай, Романенко. Так. Да. Все правильно. Гришкин. Прошу прощения, я, видимо, я настолько был уверен, что Гришин. Сам в это поверил. Да, конечно, Александр Гришкин. Именно он. SVP.
Самое главное, что они показывают такой вот сонный футбол, который мог бы быть. Знаем, да, что это вот З, это такая популярная. Потому что там, не знаю, там мема-смайл, да, когда ты хочешь показать, что ты хочешь спать. Может быть, кто играл в другие игры, да, там, а-ля Sims. Только, да. Это, я думаю, аббревиатура, да, какая-то английского языка, когда им надо обозначать сон, типа они показывают з. Как у нас. Хотя у нас. Покажи з. Ну, не показывают, да, рисуют на. Ну, или в играх показывают, да. А у нас что? У нас ничего, наверное. У нас просто. Хотя, мне кажется, проще же нарисовать сонного человека. Но надо подчеркнуть этим. Ну ладно. Интересно. В общем, да, футбол у нас точно не сонный. В первом матче за 80 минут игрового времени было забито 4 мяча. Мы с вами с удовольствием их откомментировали, посмотрели. И сейчас уже следующий матч, следующий раунд, так скажем, основного времени. Дальше, как всегда, пенальти по правилам кипербола. Так что... Я, кстати, так и думал. Это а-ля храп. А, да, вот. Интересно. А здесь и выход хороший. Венисиус пробивает зеленый там финишик, но тут без шансов. Просто не стал никакие пасы давать. Хорошая карточка, 98 скорость. И бахнул так, бахнул зеленым там финишингом в дальний угол без шансов для голкипера. Вини Джуниор. Очень много джуниоров в составе Николая Романенко. Тут Неймар, да, и Венисиус. Но видим, что эти бразильцы как раз таки показывают, что они не зря находятся в основном составе своей команды. Хороший удар в ближний... Я, кстати, не успел заметить. Мне кажется, Кантана. Кантана, да, пробивал. Я сначала увидел тройку, подумал, что это что, Мальдини пробежал? Ворот до конца борется. Нкунку. Пера. И потеря такая. Ненужная совсем. И Клаус сейчас может устроить контратаку для своей команды. Венисиус через центр можно на пакету. И дальше Мбаппе не получит своего паса. Рэмсдейл там все забирает. Да, смотрим как раз таки. Ох, так тут Мальдини. Я думаю, что вряд ли Александр скидывал мяч своим голкипером именно на Мальдини, но получилось так. Хорошо, что без обреза. Фана. Неймар Джуниор. Педри пока что на Пеле. Обратная ластика в исполнении Пеле. Хороший разворот. Ух ты, ничего себе. Тут получается пас, да еще и там сработала анимация удар. Или это удар такой получился ужасный в исполнении Пеле, что пошла вместо этого. И вот получилась передача. Лунко. Он сейчас убегает от всех своих соперников. И не нашел ничего лучше, как отдать мяч своему оппоненту. Хорошая передача Пеле. Рикошет в пользу Николая Романенко. 2-0. Кр-кр-кр-кр-кр-кр-кр. Я думаю, теперь он будет доволен. 2-0. И это плюс одно очко, да, по правилам кипербола. Ждем еще забитых мячей, чтобы в серии пенальти там уже совсем было легко. Ну а, конечно же, Александру Гришкину желаем сейчас быстрого камбэка, потому что, конечно же, интересно смотреть за борьбой, за мощным киберфутболом, потому что его очень много, его много бывает такого. Так что ждем, когда Александр начнет открывать счет своим голам в этом матче во втором. В Best of 3 серии. Мендеш. Кильян Мбаппе. Забросик на Венисиуса. Но там все было прочитано. Менди. Мендеш. Без центра можно на Неймара. Но поздновато это было. Уже было все видно. Виден этот пас был. В итоге перехват. Рафа Варан. Вейра дальше. Ну, не получается совершенно Александру выйти даже со своей половины поля. Только переходит центр. И вот сейчас, возможно, будет момент. Но здесь Менди просто восхитителен. Ставит корпус плечо в плечо. И Мбаппе валится с ног и не добирается до мяча. Хоть это был опаснейший момент. Можно было выходить один на один. Лос по правому флангу, хорошее ускорение, убегает он от Мендеша, режет уже угол, входит в чужую штрафную, его пока никто не встречает, передачей находит он своего партнера, но тот ударил очень высоковато, это Винисио Джуниор.
уже за дублем шел, но не получилось его оформить. Ильян, справа есть хорошее подключение. Кими головой скидывал. Может быть, просто надо было подработать. Чуть вперед еще пройти прострел. Но решение было принято такое. И оно оказалось неверным. Илья. По флангу пытался запустить своего рукомандника. Не получилось. Винисиус не добирается и здесь до мяча. Иди. Палево флангу. Интересно видеть, да? Полевого игрока с первым номером на спине. Угу. Но видим, что Минди как раз таки под ним выступает. Что ж, после первого тайма 2-0. Николай Романенко впереди. Что-то серия 1-0 также после Николая Романенко. И видим, что по ударам также впереди Николай Романенко. Пока что его полная доминация тайма под номером 1. Да и всей серии пока что он чуть ближе к победе. Второй тайм. Второй тайм сейчас будет стартовать. И вот он стартует. И мы с вами, напомню, смотрим Кубок фонда «Страна футбол» Игоря Кенфеева. 1/8 верхней сетки. Это уже четвертый сезон. Смотрим за нашей встречей. Илья. Хорошее ускорение. Дальше передача проходит к Ильям Бапе. Бапыч не смог обыграть Рэмсдейла. Да. А можно было это сделать. Раф Варан. Жень на третьего. Не получилось исполнение. Николай Романенко. Как Антона. Цей плане поля. Перевод направо. На Вера. Патрик. Бежал метров 20 вперед. Дал то, что вперед, что Кильни Мбаппе. Кильяныч. Право на Хими. Находит Эрика Кантана. Кунку. Видим, что Александр так первый раз за этот тайм проводит такую мощную атаку на чужие ворота, но удар был в последний момент заблокирован. Пауз. Правому флангу на Винисиуса. Винисиус видит забегание от того же самого Клауса. Отвечает ему пасом. Хорошо все получается. Проходит. И можно дальше продолжать атаку. Килиан Мбаппе. Какой сейчас был интересный рикошет и выход 1 на 1 и 3-0. Слушай, а мне показалось, что это именно сам сделал Мбаппе. Просто я наблюдал у меня такие скилл-мувы. Именно проткнул? Типа, да. То есть это именно осознанное было действие Николая Романенко. Конечно, можно было увидеть потом повтор, но мне кажется, что это, возможно, коснулось, но именно это заслуга больше Николая, что именно он. Он... Я просто не настолько хорош именно в скилл-мувах, чтобы прям точно отвечать, что это именно сделано прям-таки Николаем и полностью. Но такое я вроде наблюдал, поэтому могу сказать, что именно Колю можно похвалить в этом моменте. Не то, что им повезло, а именно похвалить, что он здесь именно мастерски разобрался с своим соперником. 3-0. Да. Тогда... Да и в любом случае, честь и хвала, очень хорошее решение было. Вначале обманул ложным, а потом уже и проткнул между двух. И один на один там без шансов для голкипера. И голкипер, наверное, даже не ожидал, что вот он его гол пришел. Ле. Мариньо, обратный ластику в дальний. И Рамсдейл реагирует. Классно играет. Мне не очень заходит от Николая игра. Такие скилл-мувы очень нужные и не бессмысленные. Ну, слушай, да, Николай же, повторюсь, он и до этой серии был фаворитом для меня лично. Ну и плюс, все-таки, огромный уже опыт Николай Романенко в играх такого большого класса. Так что я думаю, что он такие матчи щелкает как орешки. Ну, это один из них. Клаус. Через центр на Фафана. Фафана возвращает. И можно уже вот так вот заряжать интересно через себя. Может быть, тут можно было... Видел, как Марата через себя голевую отдал? Вот что-нибудь в этом духе. Ну, Фафана, мне кажется, не настолько пластичен. Марата, мне кажется, тоже. Ну, Марата все-таки форвард. Ну, так-то да. Так что... Я бы не сказал, что он какой-то там таранный форвард.
Ромки, Марата, это не Кавани, например, да, и не Златан, которые могут продавить своего соперника, поэтому... И Златан такой, ты что, ты имеешь против моих через себя? Ну, я имею в виду, ну, кстати, да, про Златана, наверное, лишнее. Вот Кавани, так, я не помню, что Кавани так через себя пробивал. Хотя, мы, знаешь, можем вспомнить и Уэйн Руни. А, ну тоже да, такой да, таранный, но при этом помним его мяч в ворота Манчестер Сити. Это мяч так мяч. Так что бывало такое. Что ж, 3-0. 75-я минута. Уже завершилась 76-я на табло. И пока что счет 3-0. И игра еще чуть-чуточку продолжится. В основном времени можно делать 3-1. И Эрик Кантона делает гол на 77-й минуте. Да, вот так вот, можно сказать, Александр возвращает все к тому, что серия пенальти будет являться фаворитом этой встречи. Если выигрываешь серию пенальти, даже по счету 3-1, и в твою пользу, ты все равно забираешь этот матч в свою копилку. Пеле хорошо. А в дальний не проходит. Все. 3-1. Ну, а у нас новые самые любимые 5 минут до начала серии пенальти. Никуда не расходимся. We'll be right back.
town, lying in your arms, and these feelings start to change. One look into your eyes, and I'm floating. Что ж, серия пенальти. Александр Гришкин и Николай Романенко. И начинает Александр сразу же с промаха. Не забивает Эрик Кантона, чем ответит Неймар Джуниор. Ровно по центру, влево, 1-0 сбивает. Николай Романенко смотрит за ударом Александра. Как-то поплыл он сразу же в серии. Удар еще один, здесь по центру забивает, 1-1. Я должен забивать. И здесь Рамсдейл будет сейчас отвлекать. Елена тот выцеливает ровно в девяточку. И желтый там финишинг. Я думаю, он как раз таки и дает затащить Рамсдейлу. Мбаппе по центру и отбивает. Отбивает Николай Романенко. Снова он выходит потенциально вперед в этой серии. А сейчас уже и выходит вперед фактически. 2-1. Ну-ка, Инкунку должен исправляться. Нет. И если сейчас забивать Николай Романенко, он выходит в следующую стадию. Не выходит. Пятый номер на спине о чем-то договорит. Мендеш забивает. 2-2. Ну и кто же сейчас? Винисиус Джуниор. Нижний. Ох ты ж, батюшки, тут без шансов абсолютно. 3-2. 3-2. Победа Николая Романенко. Это 2-0 в серии. Поздравляю Николая с выходом в 1/4. Молодец. То, что очень круто. Еще раз давайте мы понаблюдаем за такими повторами красочными, пока они тут были. Но это все. Николай Романенко побеждает по пенальти 3-2. И забирает серию 2-0. Ну а мы уйдем на небольшую паузу, да, для того, чтобы уже вернуться в следующий матч. 1/4 финала совсем скоро. Thank you.
Away with you in the backseat of my car.
We're timeless, sailing through, but tonight, no, we can't go far. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last I can finally see.
We'll be right back.
Закончилась пауза в нашем киберболе. 1-4 верхние сетки. Егор Прохожаев и Сергей Слюз наш с вами на экранах. Сергей является хостом этой встречи, да. Он бает за команду в такой вот темно-синей форме. Против него Егор Прохожаев в полностью красной форме. Краска при форме именно у него. Что ж, первый матч серии Best of 3. Давайте смотреть у микрофонов Виталий Чубаев и Давид Машура. Да, сейчас будет интереснейшая игра. Сергей Слюзов уже много участвовал в этих сезонах Кубка Фонда Страна Футбола игрока Кенфеева по киберполу, по киберболу, и разбирается в этой игре, знает все. Мы брали у него интервью, общались, так что я думаю, для Егора довольно-таки будет грозный соперник. Да и вообще Сергей Слюзов... если я не ошибаюсь, много где участвовал в играх и матчах различных турнирах от Федерации киберфутбола России. Так что будет интересно посмотреть на эту парочку. Ну что ж, смотрим. Пока что без особо опасных моментов проходит наша встреча. Сергей ошибается. Сейчас при передаче на правый фланг. Роберто Фермино. Пера. Йохан Кроев. Неймар быстро передать в штрафную, но она не прошла. Раф Варан смог перехватить эту передачу. Килим Бапе. Находит Нуниса. Дальше Канте. Мартинш. Кими. Ближе и ближе. Жим ворота. Сергей подбирается, да? Но снова через второй темп. Пытается он раскачать оборону своего соперника. Так вот веером слева направо, чтобы она стала как можно шире, чтобы не было вот этого самого насыщения центра штрафной, как сейчас. 1, 2, 3, 4, 5 игроков сразу вокруг мяча были в красной форме. И понятное дело, что там было очень тяжело выдать точную передачу на партнера, что и не удалось сделать Сергею Слюзову. 0-0 по-прежнему. Роналду у нас, Санчо. Санчо, хороший шип-пас просто на Неймара. Не пожадничал, не стал бить, выкатил. И первый мяч в воротах Сергея. Да, хороший. Вот так вот. 1-0. 1-0 Егор забивает. Вот так вот, по сути, первый пас момент в этой встрече завершил сразу же взятие ворот. Но здесь хорошее было открывание, наверное, Санчо мы отметим, да, который ворвался между защитниками. Дальше уже выкатил на партнера на пустые ворота. Я думаю, что... там уже любой
футболист бы забил бы из того положения. И вот что и сделал. В том моменте Егор забил. 1-0. Егор Прохожаев повел. Хороший, интересный навес такой. Получился шведой, так вращение направо, но не получилось Сергею бороться на втором этаже и выиграть самую борьбу, что самое главное. Бежал Егор в атаку. Хорошая комбинация. Роберт Фермин уже в штрафной был. Ролл. Обратно. Хорошо уходит. Пропустил тот самый тайминг для паса на партнера, потому что вот это самое лишнее уже касание было в сторону лицевой линии. Отдай передачу раньше, да, после обводки. И это, я думаю, что было бы уже 2-0. Но не получилось. Смотрим теперь за Сергеем, который не может даже перейти на чужую половину поля. Потеря мяча и еще одна атака в исполнении Егора. Роберт Фермина, Навира, Кройф. Роберт Фермина там классно сразу понесся в забегание, но не получил своего должного паса. Вот сейчас Роберт Фермина, Криштиану Роналду! Криштиану Роналду в ближний угол оформляет Си. Мощно. Мощно взялся Егор. И только после моих слов про то, что... Егору будет нелегко со своим соперником. Егор просто начинает потихонечку уничтожать. Уничтожать, забивать на каждом участке поля. Где-то в основном быть первым. Так что посмотрим. Посмотрим, проснется ли Сергей. Через какое-то время, а сейчас вот он. Первая возможность. И сразу же Мартинс забивает гол, делая счет 2-1, и это только лишь прошли 37 минут игрового времени. Очень мощно ребята начали. Ну, можно вспомнить и первое противостояние, да, там в первом тайме было 2-2, если я правильно помню. Угу. И потом во втором тайме мы не увидели забитых мячей, и тогда Николай Романенко выиграл серию пенальти. Здесь пока складывается именно таким образом, но редко мы прям видели, да, что... кого-то было такое тотальное преимущество в футболе, да, чтобы можно было обеспечить себе 3 очка преимущества перед серией пенальти. В основном всегда почти да, серия пенальти именно являлась таким вот, такой вот важной точкой, да, в каждом противостоянии, и редко она была для кого-то проходной. Да, да. Это может быть на стадии каких-то групп, на стадии отборов, а вот когда уже финальная часть, уже 1/4 верхней сетки. Здесь уже ребята такие мощные встречаются. И 3-0. Ой, 3-1. Варан забивает. Забивает еще один игрок Манчестера, который... Я посмотрю, кстати, это интересно. Который... Есть ли он в заявке? Да. Да, потому что через 2 минуты. Да. Наша, да, с Давидом Дерби. Да, Рафа Варан есть в заявке. Да, в основе он. Это что касаемо Рафа Варана, это мы анонсируем встречу Арсенал-Манчестер Юнайтед. Интересно, и Криштиану еще. Да, Криштиану. Который тоже... Гарри Магуайра жалко, нету для меня. Жалко. Да, ну заменим. Магуайр, но... Может быть, здесь тоже есть Магуайр на замене. Роб Варан в основе. Кто знает. Пока что 3-1 после первых 45 минут игры. То ли еще будет. Пока что Егор выглядит интереснее, да, своего соперника. И забивает 3 раза больше его оппонента. 3-1 после 45 минут игры. Осталось сыграть 35. Потом... Мы, естественно, будем дожидаться серии пенальти, но пока до этого еще надо дойти. Санчо. Криро, Криштиану. Кажется, 1.30 метра до ворот. Булрол развернулся, пробежал вперед. Неймара передача, Неймара обратно, эластико. А дальше Раф Варан в обороне. Хорош. Блоканте. Килим Бапе, а дальше Килим по левому флангу прорывается. Брал мяч под себя, Нунес. Папе. Обратно Нунес сыграл. Пеле. Пеле. Ближе к чужим воротам. Жосел Мартинш. Антонарио передача на Килиан Мбаппе. Открывание Пеле. Вагнорирует. Здрасте. 3-2. Здрасте. Исполнение
Килина Мбаппе. Хороший вводящий удар. Ну, и красивые мячи. Это по изначально была. Такие вот мячи залетали финессом. А здесь видим, что все случилось именно так. 3-2. Хороший вводящий удар в исполнении Килина Мбаппе. И снова преимущество всего лишь в один мяч. А это, можно сказать, ничто перед серией пенальти. И два мяча тоже было. Вообще ничем. Но давайте смотреть. Далее. 3-2. Впереди Егор в этой встрече. Но Сергей опять подобрался вплотную к своему сопернику. Танчо. Варан направо на Клоуса. Клоус развернулся. Подача на Варана. Вот на подключение Рафаэля. А в штрафную не смог он забить. А сейчас на третьего не получилось. Криштиану точно не сбросил мяч. Своему партнеру Шмейхель тут как-то... Там даже, мне кажется, Шмейхель уже был в полете, и тогда Криштиану ему прям в руки так пробил. Заранее, да? Да, такие. Шмейхель что-то знал. Он, видимо... Шарят. Ух, вот это спасение! Да. Футбольный довод. Да, это точно. Ну, тут он пока что дважды спасает. Во второй это вообще невероятный сейф. Да, двигал мимо голкипера в дальний угол, поэтому такой вот сейф случился. Так что 3-2. Да, могло быть уже 5-2. Если бы не вот эти вот сумасшедшие два сейва в исполнении Петра Шмейхеля. Голоканте. Забегание есть. Мне кажется, не Матеус был тем самым адресатом для паса. Там было классное забегание игрока. Но... Как в FIFA частенько бывает, на линии паса оказался другой игрок, и адресатом именно он стал. Рафа Варан. Клаусом. По правому флангу. Вместился туда вектор атаки. Дальше Йохан Кройф. Нету пока что коридорчика для хорошего паса. Можно на десяточку вырезать. Но в итоге Санчо. Вот теперь Неймар. И вот чтобы пройти Шмейхеля, надо его уложить, обойти болролами, и тогда... пустые забития, и тогда да, и чтобы еще шансы, да, есть. Да, своей еще команды помешал. 4-2. 4-2. Егор Прохожаев снова делает разницу в 2 мяча. Остается играть 13 игровых минут. Смотрим дальше за этой встречей. Вини Джуниор. На Пеле. Пеле. И нет. Эти у него отбирают. 10 минут игровых остается до конца. Раф Варан. Рюдигера. Да, нужно бывать, наверное, еще один для того, чтобы иметь какое-то преимущество перед серией пенальти. Чех. Интересно. Клоус. Кройф. Приближе к чужим воротам. Да, продвигается Егор. Хорошо, на паузе забирает своего соперника. Дальше Йоко Кройф. Норберт Фермин. Открывание одного Неймара. Джуниор Неймар. Еще одно спасение Шмейхеля. Да. Восхитительнейшая игра от него. Просто восхитительно. Канте. Венисиус дальше на Матеуса. Матеус может пробовать через центр на Пеле. Пеле разбираться будет один в один. Нет, уже двое присоединились. Пришлось пас делать назад. Нголо Канте сам уже разберется. В итоге Нголо тут начинает включать диспетчера. Лисен Мартинес дальше на Пеле. Пеле, ну, на фланге никого нету. Куда бы продлить атаку. Фланг просто пустой, голый. И там... В итоге Пеле приходится возвращаться в центр, а там уже его ждут игроки в красной форме. Криштиану. Криштиану ложно убирает соперника. Санчо в штрафную. Вторым пробивает. 5-2. 5-2. Джейдон Санчо. Это уже интересно. Да, как раз-таки остается совсем чуть-чуть до конца основного времени. 78-я, 79-я и уже 80-я минута на наших глазах истекает, и вот-вот уже мы с вами можем констатировать победу в основное время 5-2 Прохожаева Егора. Да. Значит, есть преимущество перед серией пенальти. Но серия пенальти будет совсем скоро. Поэтому давайте ее подождем. Let it now.
You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told ya. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way I can say to mine. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. Hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way I can say to mine. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Возвращаемся мы в серию пенальти. 5-2. Преимущество Егора. Это завершилась именно так встреча. Преимущество по два мяча перед Сергеем Слезовым. Смотрим. Сергей не забивает, Егор не забивает. Теперь еще один удар Егора. 1-0. Йохан Кройф оформляет первую забитую баночку в серии пенальти. Килиан Мбаппе оформляет вторую. 1-1. Да. Криштиано! Криштиано Роналдо! Удар по центру. 2-2. Было. Быть сейчас может. Было, есть и будет. Да, да. Все верно. Неймар Джуниор пробивала. Здесь Роберто Фирмино и... Не забивает. Егор. Сергей еще есть. Петр Чех. Сергей есть, Петр Чех. А там, по-моему, кстати, все. Я правильно понимаю. Ну, это все. Плюс один, да? Где? Когда 5-2 выигрываешь. Плюс два, по-моему, уже. Нет разве? Три мяча разницы. 1-2, это же один. Было. Давно еще было сделано, что 0-1, это один. Это было давно, да. Да, сейчас стало 1-2, это один. 3-4, это два. А. Как мне кажется. Ну, один, мне кажется, все равно тут. Ну да. Нажали победа. Очень люблю правила кипербола. Когда у них уже путаешь. Ну, конечно же, конечно же. Это красный победительный рассказ. Что ж, пенальти забирает Сергей Слюзов. Это пока что. Ну, позже мы увидим матч по номеру 2. Совсем скоро. Никуда не расходимся. No, I don't want no rest. Echoing around.
through the sun rays and Возвращаемся мы в нашу встречу между Сергеем Слюзовым и Егором Прохожаевым. 1-0. После первой встречи повел Егор. Если же мы не правы, то судьи нас, конечно же, поправят. Ну а так, пока что именно такой расклад сил. И Сергей с первых же минут начинает включаться, начинает развивать свою атаку. Венисиус Джуниор, Венисиус, пас назад на Канте. Матеус Нуныш, и можно пробовать отсюда сделать, может быть, дальний удар, но нет, Фейра перехватывает этот пас, и я напоминаю, что мы с вами смотрим Кубок Фонда Страна Футбола Игра Кенфеева, 4-й сезон, это FIFA 22, для вас комментирует сегодняшний и завтрашний день Давид Машура и Виталий Чубаев. Все верно, смотрим дальше. Тем, что происходит на футбольном поле. Пока что Голова Канте здесь на своей половине поля катает мяч, передача на Пеле, вот так вот быстро в два паса. Сергей переходит на чужую половину поля, Килиан Мбаппе. Дальше на Голова Канте, обратно Нуниса, Матеус. Хорошо. Пеле, Мбаппе, ну вот, врезался он защиту соперника и не знает, что делать. Приходится со вторым темпом играть. Мбаппе налево, Клос на перехвате, Вейра и, похоже, Егору получилось забрать мяч под свой контроль. Сейчас бы еще выйти под этого прессинга, но получается. Да, Сергей все-таки упустил сам момент. И видим, что еще и свободные зоны образовались. Криштиану хорошая обратная эластика. Уходит одного второго. Болл-ролл. Сохраняет мяч. Еще одна обратная эластика. Ускорение по левому флангу. Еще один болл-ролл. Еще болл-ролл. Очень много болл-ролла в исполнении Криштиану. Но это все на чем... Это так и завершилось. Хотя нет, Сергею не удалось выйти из своей половины поля. Роберто Фермино. Патрика Вейра. Кройф. Вейра. Справа открывание было хорошее. Партнеры, но решили не играть через правый фланг. Йохан Кройф. И все-таки теперь уже Сергею удастся выйти на чужую половину поля. Хоть и не надолго. Да, совсем не надолго. На буквально 1-2 паса. В итоге опять со своей половины надо начинать атаку. Канте. И вот первое. Наверное, более-менее такая раскатистая, может быть, получится атака. Хакими. Пас дальше на Пеле. Пеле продолжает атаку на Килиана Мбаппе. Килиан налево на бразильца. Венисиус Джуниор с мячом. Тот самый бразилец, который совсем-совсем молодой. И еще, наверное, не привыкли так, чтобы его только бразильцем называешь. И все сразу угадывают. Бразилец мне, допустим,
Роналдо сразу в голову приходит кому-то, Рональдиньо. Ну а Винисиус еще есть время, чтобы заслужить того самого звания легендарного бразильца. А пока что удар с дальней дистанции. И попадает защитника Канте, просто в Солянова тут протащил эту атаку, ну как Канте это все сделал красиво, но с прицелом, конечно, неудача. Не попал он с левой ноги, в дальний угол выцеливал, и Петр Чех спокойно просмотрел, как мяч пролетел мимо его ворот и уже начал атаку для своей команды. Правым флагом атака Егора, Клосс, наброс. Фланге, дальше Йохан Кройф, Йохан, и мяч уходит за лицевую угловую, розыгрыш на третьего, Хакими тут обыгрывает. Кристиан Роналдо в воздухе, ну это явно, что симулятор футбола, потому что в реальной жизни такое невозможно. Тут и Кристиан вообще перепрыгнул. Да, если только... Харри Магуайр. Идти поможет при этом. Не перепрыгнет, а просто решит помочь своим затылком, да? Да. Ударит в нос Криштиана. И тот сориентируется, включится обратно и все-таки пробьет поворотом. Да, ну после такого тяжело пробить точно. Криштиану бьют, стараются уже свои останавливать, но тот нацелен все равно на удар. Да, этот год, наверное, всем информация, да, приходит, что Криштиану Роналдо с Месси уже вне двадцатки на золотой мяч, там Карим Бензема, единственный, кто может получить этот мяч, чуть ли кто у него есть в соперниках, Роберт Левандовский отвалился от этого соперничества, и, конечно, начинает становиться так грустновато, когда ты понимаешь, что эра этих двух величайших игроков начинает уже идти к своему закату. Так ты сказал, еще только четвертый месяц года. Ты уже Бензема. Ну, это не я. А, да. Это, знаешь, заголовки таблоидов. Нет, если бы ты бы отдал, я в этом уверен. Я бы, наверное, все-таки Криштиана отдал. Да, там было бы один с игроков, у тебя, наверное, там первый Бензема, второй Модрич, третий там Винисиус хорош, еще бы Азара на 11 место поставил. Да? Не, Азара, извините, я бы лучше, Куртуа поставил. Но я здесь Винисиус Джуниор открывает счет, как раз-таки, да, игрок Реал Мадрида. Та самая правая рука Карима Бензема сейчас открывает счет. Потому что левая у него перебинтованная. Да. Как раз таки. Поэтому с левым флангом-то и бывают проблемы. И ох, здесь сразу открывается. Или правая, я забыл, кстати, уже. Ну, слушай, не помню, если честно. Так, мне кажется, все-таки правая, потому что он тогда падал на правую. Да, ну, возможно, значит. Но, может быть, и не буду с тобой спорить, так четко не скажу. Но здесь Роберто Фирмино сравнивает счет, делая счет 1-1 к концовочке первого тайма. И это... Хорошо, мы будем, возможно, уходить на ничеечку после свистка. И все самое интересное будет в следующие 35 минут. Лешка. Опять ты начинаешь. Вообще-то кушать сегодня мало кушал. Я вообще-то кушал. Да. Все, я по этой фразе услышал. Это охота. Ох. Что ж, первый тайм закончился 1-1. Пока неизвестно, кто закончит основное время в победителях. Кто-то из двух человек. Либо Егор, либо Сергей. Как считаешь? Хорош. Ну, я знаю. Я давно в аналитике. Если что, вот если за нами следят букмекерские конторы, у нас здесь аналитик пропадает. Да. Кто выиграет, Арсенал или Манчестер? Кто-то или Манчестер, или Арсенал. Но нет, еще есть третий вариант. Никто. Да. А кто первым забьет? Арсенал. Ну, это, знаешь, ты нечестно поступил. Роберт Фирмино красиво разворачивается финтом Зидана.
и забивает в ближний. Роберто оформляет дубль. Неплохо. Да, сумасшедшая, конечно, карточка Роберто Фирмино. Вот это вот, когда она вышла, она, по-моему, больше миллиона стоила. Ну, вот так вот. Смотрим дальше. Тем, как Егор выходит вперед в этой встрече. 2-1. Во втором тайме еще играть 27 минут. Знаю, что и в серии ведет Егор Прохожаев. И сейчас он обыгрывает у соперника 2-1. Так что он... И все идет к тому, чтобы выиграть эту серию 2-0. Возможно. А может быть, все-таки у Сергея хватит сил для того, чтобы делать счет 1-1 в серии и перевести все в третий матч. Посмотрим. Кажется, как так сейчас Егор. Неймар Джуниор. Очень много, кстати, болл-роллов. И вот хорошо использует тайминг Егор все время, но здесь решил просто пульнуть. В защитника еще раз попадает Мальдини. Мальдини уже начинает атаку своей команды через левый фланг. Вини. Конечно, на угол Канте. Француз с мячом. Килиан Мбаппе. Выход из обороны уже. Дальше всего три игрока на живой половине поля у Сергея. Ну вот уже. Нунис подключается вместе с Канте. Пеле. Находит Килиан Мбаппе. Тут такая немного неудобная передача. Это Келлина. Келлиан Пеле. И успевает Рюдигер в этом моменте помешать Пеле. Да еще и вывести мяч у него из-под ног. Йохан Кройф правому флангу. Ускоряется. Пока что не успевает. Но не за ним. Булрол Скуптерн. Еще раз исполнение Йохана Кройфа. Вера. Так не получилось быстро. Теперь пошла уже позиционка. Снова француз с мячом. Продолжает контролировать мяч. С левого фланга направо пришел. И для того, чтобы дать неточную передачу. Кройф. Опять пошли эти. Скилмова. Роберто Фермино. Очень долгая атака уже в исполнении Егора Прохожаева. Хочет забить мяч под номером 2. Я думаю, я уверен даже в этом. Вера на Санчо. Санчо. Нет. Получилось у него. Под номером мяч. 3, наверное, да, ты хотел? 100 минут. Под номером 3 Егор же 2-1, да, видит? Да. Просто сказал под номером 2. И я думаю, а почему 2-2 же он забил уже? И все. Матч под номером 2. Все. Проехали. Я просто, ну, я испугался, что я не понял, кто тогда ведет. Что ты так выразился, я думаю, надо спросить в любом случае. Даже хоть я и перебью тебя, и остановлю, и все. Все, вообще ты разрушил мой... Твой план. Да, да, который я придерживался. Что ж, Роберто Фермино. Нет, не получилось. Типа играть соперника. Очень мало времени остается до конца основного времени этой встречи. Всего лишь 5 минут играть. Дальше, если будет зафиксирован счет. Счет будет, конечно, зафиксирован, да, почти 80 минут. Минуты мы будем видеть, что будет делать дальше игроки. Либо сравнивать счет, либо уже не надо будет ничего делать, если Сергею удастся забить. Но я думаю, что он просто сейчас доконтролирует мяч в своих ногах. Не удастся забить Егору мяч под номером 2. Уже потому что времени очень мало. Здесь передача Ферлана Менди. Ферлан развернулся назад. Глоканте. Очень долгая атака. Тут уже прожимает искусственный офсайд Егор, но времени все. Время уже вышло. Передача. И Рюдигер перехватывает уже нехотя. И это 2-1 в этой встрече. А дальше мы увидим серию пенальти совсем скоро. И, возможно, там мы увидим победу. Победу Егора в серии, но это будет совсем скоро. Осмотрим мы Кубок фонда «Страна футбола» игры «Кинфилва» онлайн-турнир по киберболу. Четвертый сезон FIFA 22 Ultimate Team. Призовой фонд данной дисциплины 100 тысяч рублей. Также есть еще дисциплина по Pro Evolution Soccer и FIFA Online 4. Проходит все при поддержке департамента спорта города Москвы, Московского киберспорта, фонда «Страна футбола» Игоря Кинфеева и проекта Федерации киберфутбола России. Небольшая пауза.
let this be another night. Tied around my bed at night, I know I've lost the fight. To erase your face, my mind. Awake, I lie here staring up beyond the sky. Что ж, серия пенальти, и мы можем увидеть уже первого полуфиналиста верхней сетки. И сейчас выиграет Егор эту серию пенальти, но пока же забивает Сергей Слюзов. 1-0 он повел. Неймариньо с его долгим разбегом по центру. 1-1. Пока ровненько. Петр Чех. Статный тащер пенальти. Должен сейчас тащить. Капитанская повязка. Все как надо. Килиан Мбаппе против танкиста, и танкист остается в своем танке, мяч не отбивает. Йохан Кройф забивает дважды по центру, уже 2-2. Как Сергей очень долго выцеливает, куда пробивать, видимо, аккуратненько.
и решил по центру, похоже. Дарети забивает! 3-2. 3-2, Винни Джуниор. Криштиано! Криштиано не забивает! И это... Знаешь, что Сергей может сейчас делать красиво. Он делает красиво для себя. 4-2. 4-2 в этой встрече. В этой серии пенальти. 4-3. И нужно сейчас, конечно, отбивать мяч Егору, чтобы продолжить самую серию пенальти. Или будет продолжаться серия дальше. Будет 1-1 в серии, но это, может, и не увидим. Удар, посмотрим. Это победа. Это победа Сергея Слюзова. Он переводит серию в матч под номером 3. Ну что ж, небольшая пауза. Вернемся в игру под номером 3 совсем скоро. Возвращаемся в звук фона. Страна футбола. Игорь Кенфеева. Матч под номером 3. 1-4 верхней сетки. Эту встречу проводит Егор Прохожаев и Сергей Слюзов. Егор забрал первый матч с счетом 5-2. Дальше в серии пенальти он проиграл, но по сумме всех показателей оказался сильнее. Дальше только что мы наблюдали серию пенальти, матч под номером 2. Там 2-1 также Егор обыграл своего оппонента, но при этом серию пенальти забрал Сергей. И благодаря этой самой серии пенальти он одержал победу. Победу в матче, сравнял счет 1-1. Стало. Что ж, давайте смотреть дальше. Best of 3 продолжается. Есть Слюзов справа и Егор Прохожаев слева. Кройф, Вера. И Санчо. Санчо может здесь сесть забивать, но не получается. Рафа Варан хорош. Встает на пути, так еще и потом дальше передвигается ближе к штрафной. И мяч перехватывает уже в центре. Рафа Варан на Пеле. Какой шикарный вырез-то, но там пенальти, конечно же, офсайд. Забрался в офсайд, и немножечко надо сделать настройки для Мбаппе и Пеле. Забегать за защитников. Забыли получить задачи француза с бразильцем. Теперь будут знать, куда передвигаться. Рюдигер. Нет. Через Вейру играет. Дальше Йохан Кройф. Хороший пас. Роберто Неймар дальше. И Канте на перехвате. Хороший Канте. Это, конечно, тот еще великолепный игрок для перехватов. Сейчас у него, наверное, не самое лучшее время в Челси. Но в FIFA
он всегда славился даже там своей обычной рарной карточкой. Смотрелся красивым и мощным центральным полузащитником. Ле. Играет теперь каблролом. Дальше на Галукам Т. Мартинш. Налево дает передачу. Ферлан Менди. И очень долго атака Сергея. 20 минут уже сыграли. Пока что без особо опасных моментов. Да, был тот самый заброс в исполнении Сергея Слюзова на правый фланг. Но там было положение вне игры. Здесь же уперся в линию защиты и потерял после этого мяч. Пока что Егора в футбольное время, да, в основное время, когда бегают, играют, да, игроки. У нее две победы. Красиво перебрасывал здесь Криштиану, но также красиво оставляет руку в воздухе так вот Петр Шмейхель и отбивает мяч. Какой мог же случиться подарок, если бы там не было Раф Варана, но Раф Варан оказался тут. Так, тут. Альдини. Варана. Лом. Кройф закрывает этот пас, и можно попробовать все сделать красиво, и это делается. Санчо на Криштиану Роналду, и это манчестерская связочка решает. Криштиану открывает счет в встрече, и Егор Прохожаев открывает серию забитым мячам в этом третьем уже матче Best of 3 противостояния между Сергеем Слюзовым и Егором Прохожаевым. Сергей любитель воспользоваться кикофом. Пока что его как раз-таки до конца дожимает и делает счет 1-1. Пеле 98. Счет 1-1, как и счет в серии. Да, тотальное равенство, полное равенство сейчас на наших с вами экранах. Ну, посмотрим, что же приготовил Егор теперь в этой атаке для своего оппонента. Подарок вот такой вот он приготовил. Взял просто и отдал мяч Сергею в этом эпизоде. Винисиус на левом фланге. Сыграл с Ферланом Менди. Вот такая вот связка Реал Мадрида сработала. Передача на Килиан Мбаппе. Офсайд. Хорош. Офсайд. Но офсайд. Разыграно было прямо все как по нотам, но в конце, конечно, ложанули немножечко игроки в синей форме. Не туда. Прожали клавиши и случился фальцет. Винисиус по левому флангу. Матеус Пеле. Пеле. Дальше назад. Приходится выдавливает бразильца. Ну и здесь перехват уже от игроков в красной форме. Кристиану Роналду видит забегание, но там помешал защитник, хорошо корпус поставил. И Винисиус, да, я так понимаю, не смог его пройти. И Лем. Есть подключение игроков, можно пробовать налево заряжать. Ну а здесь Килиан Мбаппе стоит, один-одинешенек, ждет паса. В итоге до него этот пас и добирается, Мбаппе бьет и не попадает по мячу. Йохан Кройф. Дальше в центр на Вера. Роберто Фермино. Криштиану Роналду. С мячом. Ну, это все, что было интересно пока что в этой атаке. Снова Криштиану с мячом. Учуя штрафной. Болл-ролл. Передача на Роберто Фермино. Роберто! Ой-ой-ой, как же красиво! А, прямо заглядение, а не гол. Английская премьерская связка. Роберто Фермино с Криштиану Роналду разыграли здесь и показали, что Манчестер Юнайтед с Ливерпулем умеют делать. Да. Что ж, 2-1. Егор впереди после 45 минут игры. Остается играть 35, потом серия пенальти. Но по такому... В такой игре, может быть, мы опять увидим, что серия пенальти будет основной. Хотя один мяч еще в исполнении Егора. Если он удержит преимущество в два мяча, то там уже Сергею надо будет попотеть, чтобы забрать серию пенальти. В себя копил Криштиану после обратного эластика. Пробивал дарбол. Заблокирован. Мартинш. Кимии. Контент, ну, Неса. Мячом 88 номер.
у Сергея Слезова, но, видим, раз за разом тяжело Сергею проходить эти самые защитные редуты своего соперника. Егор очень хорош в нападении, очень хороший в защите, да. Ну, в нападении можно, наверное, отметить, да, что им он зачастую именно в тайминг, да, используются самые, те же самые банальные булролы, но он до того их в тайминг да, выполняет, что у соперника очень мало шансов того, чтобы перехватить мяч. Ну и не только да, булролами силен Егор, вспомни, да, мяч, который был забит перед перерывом, когда забил Роберт Фермин, да? Да. Там развернулся в штрафной, освободился и забил в ближний. Что ж, 2-1. Сейчас был еще один хороший момент у Егора, но не смог он после паса, да, отправить мяч, точнее, как и в сетку, сразу же первым касанием. Еще одна атака Егора, брата Фермино. Перед чужой штрафной был ролл с Куптёном. Там падение. Это самое штрафное произошло. Неймара завалили, но арбитр молчит. Ох, такой провал тоже случается. Джосе Мартинч, Мбаппе и Чех. Чех, вот для чего у него шлем есть, да, на голове. Да, вот чтобы вот сносить. Чтобы как кегли, да, снес он. Или на Мбаппе. Выкатился такой из ворот. Тиан Роналдо на Йохана Кройфа. Кройфа есть забегание от Санчо. Санчо, автор нескольких уже голевых пасов за эту серию. Вейра на Роберто Фермино, Роберто дальше на Криштиану. Криштиану здесь будет разбираться со своим одноклубником. Хотел сказать бывшим, а потом я вспомнил, что они и сейчас же одноклубники. Но здесь Чех должен добираться. Какая ошибка могла бы быть от Петра Чеха? Но... Но он краски смутил. Да. Киллиан Мбаппе, да, то, что Киллиан, если бы принял мяч, я думаю, что он бы расправился с Петром Чехом, а тут пришлось бить головой и вот так вот не точно ударил Киллиан Мбаппе в этом эпизоде. 2-1, еще на табло, и еще шанс для того, чтобы сделать счет 3-1 и 2-2, увидимся все скоро, вот и прожимает вкусный офсайд. Сергей давно мы не видит эти вот прожимания искусственного офсайда, решил он именно так сейчас сыграть и удивить своего оппонента. Бера направо на Кройфа, Кройф входит уже в штрафную, Йохан убегает, булролл, остановился, развернулся. Еще один булролл с остановкой. Продолжает контролировать мяч. Роберто Фермино, Криштиану, Санчо! Пустой угол был, Джейдан, куда ж ты пробил? Да, интересный удар от Санчо, но и Петр Шмейхель, конечно, хорош. Отбил этот могучий и сильный удар, а дальше не выключился из игры и забрал уже надежно. Матеос. На Пеле. Пас назад на Н'Голо. Ну и в центре поля начинается потихонечку распасовочка. И атака начнет развиваться от центрального круга. Рафа Варан. Пеле налево. Винисиус Джуниор. Один в один. Будет ли разбираться или же не разобраться здесь с Рафой Вараном. Ну, пока что первая попытка точно не засчитана, а вторая уже перешла в угловой. Розыгрыш самого главного, Винисиус Джуниор уже. Тут пяш назад, но я думаю, что Сергей будет сохранять этот самый счет. Потому что 2-1, это, можно сказать, не преимущество никакое. Перетели пенальти. И как раз таки с этим счетом он проиграл прошлый матч. Я думаю, может быть, значит, на удачу, который счет хочет оформить. Не исключено, не исключено. Я думаю, что Сергей додержит мяч. 80-й, Мальдини вперед на Желсона Мартинша. Желсон развернулся на правом фланге, дальше ушел в центр. От троих уже убежал, не получилось. Есть еще время, Роберто Фермино, передача вперед. Криштиану бежит, но не смог обратным эластика обыграть он Мальдини. И время уже истекло. Что ж, 2-1, и это значит, что сейчас мы увидим, как сравнивается счет, и будем ждать серию пенальти. Она будет совсем скоро. Никуда уходить.
support from your love. Will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Эта серия пенальти все расставит на свои места. Смотрим. Победитель как раз таки серии пенальти выходит дальше в 1-2 верхней сетки в красной форме. Егор забивает. 1-0. Сергей Слюзов будет ему отвечать. Посмотрим, точным ударом или нет. Сергей у мяча. Именно Пеле против Петра Чеха. Петр Чех или Пеле? Все-таки Чех. Это легендарные связочки. Чех остается победителем, а здесь все хорошо. 2-0. Елен Мбаппе. Опять в этот же угол. Чех уже туда не реагирует. 2-1. Егор у мяча. Криштиан Роналду. 3-1. Разбирается пока что подряд Егор несколько ударов. И здесь Паненко хорошо залетает. 3-2. Все решается именно в этой серии пенальти, никаких плюс один по правилам кипербола, ничего нету, здесь разбегается и тащит. Все. И все, это Егор выходит в полуфинал, поздравляем мы Егора, прохожая с победой в этой серии пенальти, в этой серии, да, выбивает он Сергея Слюзова. Ну а мы через небольшую паузу будем смотреть заключительную серию сегодняшнего игрового дня, это матч в нижней сетке. А какой это будет матч, мы узнаем совсем скоро. Там Best of 1. А пока небольшая пауза.
Dark, divided, God is getting sharp.
то, что 1/4 сетки лузеров. Александр Никонов против Олега Терещенко. Наш с вами экранах. Олег Терещенко выступает за команду справа по телекартинке. Да, вот такая розовые футболки, черные трусы. И в полностью белой форме выступает Александр Никонов. Посмотрим, кто же окажется сильнее в этом противостоянии. Пока что с мячом Александр. Хорошо катает мяч на своей половине поля. Дальше передача на Кильна Мбаппе. Кильян. Какая картинка тут хорошая. Там очень... В плане... Отвык, но мне прям смотрится, и так все плавно. Хорошо. Круто. Может этого... быть, тут еще и качество будет. Есть 120 горит. Ну что ж, смотрим дальше. Вера. Смотри на Джейден Санчо передачу. Дальше Джейден. Гулит. Не дал Аглиш. Дал Аглиш. И не у него, кстати, повязка капитана ведет свою команду вперед. В этой яркой форме. Ну, а здесь Гулит. Дальше Килиан Мбаппе. Пас на Санчо. И Санчо... Мальдини останавливает Ореоля на воротах. Интересно. Первый раз видим. Не, Ореоля был уже в первом матче. В первой серии. Да? Да, да, точно был Ореоля. Не обратил. Гулит налево. Сильный пас. И обратно Неймар возвращает ему. Вера гулит. Одна из их вот стандартных центральных, да, пар полузащитников. Рудголит, снова же Санчо с мячом, Скульптерн обратно возвращает на Вера. Вера небольшую паузу взял, Рудголит тоже не спешит вперед. Килиан Мбаппе с Гулитом, хорошая комбинация. И дальше там Вера уже в обороне хорошо отрабатывает в составе Олега Терещенко. И видим, что хорошо отработал. Чоамини. На Месси. Месси дальше на Кенни Далглиш. А Далглиш прокидывает себе вперед. Короче, в меню у него Медина. И можно пробовать простреливать Месси. Зеленый там финишинг оформляет в ближний угол. Лионель Месси забивает мяч в ворота своего соперника. Да, хороший удар дался Олег Терещенко. Если говорить перед матчем, то для меня Олег Терещенко является фаворитом этой встречи. Не знаю, как... У кого какие могут быть другие мнения. Давид, у тебя есть другое мнение? Ну, у меня оно по жизни как бы присутствует, но в данном вопросе нет. Ты тоже считаешь, что Олег Терещенко сильнее на бумаге? На бумаге, да. Было бы, может быть, интересно понаблюдать, как шли ребята по сетке, но уже ладно, 1-1. Ой, 2-0. 2-0, прошу прощения. На какой бумаге? На белой или вот такой еще, которая не осветленная? На черновичке, который сейчас везде в принтерах используется, чтобы экономить бумагу. Я да. понял. На таком вот. Таком вот, да. Я думаю, достоин будет чистовика, когда вот выиграет. Хорошо. Хорошо, посмотрим. Кашляк Терещенко 2-0. Обыгрывает своего оппонента. По сути, ему дались такие две хорошие атаки подряд, да, и благодаря этим двум атакам он 2-0 ведет, это значит, что у него преимущество 2 очка есть перед серией пенальти. Это заявочка-то хорошая, но осталось не упустить самое преимущество, потому что времени еще играть и играть. Санчо. Джейден Патрико Вера сыграл. Снова Санчо штрафной. Санчо! И что делает Джейден? А делает он то, что он промахивается из супервыгодной позиции. Не попадает в дальний. Да, не хватило сейчас Санчо завершения в этом эпизоде. Потому что все сделал Александр хорошо в этом эпизоде. Да, Углиш, можно на Месси. Месси! Лионелюшка тоже не смог здесь обыграть соперника в штрафной. А пройди его, и дальше можно было простреливать уже. И, да, по сути, 3-0. Это было уже рядом, но не получилось. Санчо. Кстати, забегайте. С тобой часто, да, говорим про баллы, а так ни разу и не рассказали про них полностью. Да, сколько кому что начисляется, и баллы начисляются следующим образом. После удара Санчо Ореоля его отражает и дает нам возможность прокомментировать еще и угловой, а дальше мы расскажем про те самые баллы.
Санчо делает навесик, там Килиан Мбаппе поборолся, и мяч сейчас будет отправлен на другую половину поля. Быстро. Ничья в основное время матча 0 баллов. Победа с разницей в 1 матч, мяч 1 балл. Победа с разницей в 2-3 мяча это 2 балла. Победа с разницей в 4 более мячей это 3 балла. Пенальти, отбитый вратарем в основное время матча 3-0. Это 1 балл. И вот как раз таки 3-0. Победа с разницей в 2 или в 3 мяча это уже плюс 2 балла по правилам кипербола. Так что вот это важная информация для Терещенко Олега. Он сейчас, получается, что? Получается, может забить сколько? Пару мячей в пенальти и уже выиграть эту встречу полностью. У нас же best of 1, правильно? Все, кажется, у меня с математикой неплохо. Ну, даже если 4-0 будет, то можно пенальти проиграть 3-0. Угу. Ну, да. Любая победа, это еще не гарант победы, но просто да, когда ты выигрываешь 4-0 соперника в основное время и рассчитывая на то, что проиграешь 3-0 пенальти, нужно постараться. Тем более уже 3-1. Килиан Мбаппе забивает и один мяч. Разница теперь стала меньше. 2 мяча преимущество, значит 2 очка кипербола. Так вот под занавес первого тайма пропускает Олег Терещенко первый мяч в этой встрече. 3-1. После 45 минут игры. Егор Крид 1, 3 Арсенал. Да, Егор Крид. Неплохо. Второй тайм. Стартовал уже Александр Никонов справа в белой форме. И Олег Терещенко слева. Вы тут розу в футболочках смотрим. Дальше. Вера. Кильна Бапе. Дальше Кирена Кудагулита. Снова француз с мячом. Ирландец. Санчо. На Неймара Джуниору. Но там было все равно положение вне игры. Похоже, у Санчо был офсайд. Потому что именно с той позиции как раз таки розыгрыш до самого положения вне игры. Антонио Ди Натали на Юнберга сыграл. Ох ты, Юнберг, как красиво. Сейчас раскачал своего соперника на фланге. Переш на Ди Натали, Антонио. Ух, такой ужасный прием случился у Антонио Ди Натали в этом эпизоде. Да. Неподобающе сейчас повел себя Антонио, да, карточка героя. Вот так вот получилось. Джейден Санчо. Вера дальше. Крутится пока, ищет хорошего адресата. В итоге... Кому как не отдать самому себе, только с другой команды. Медина. Вера. Тут дальше на Пеле. Санчо. Килиан Мбаппе. Килиан подбирается к штрафной. На Санчо получился такой вот пас. И Санчо какого красавца-то забивает. Перекинул всех. Обманул всех. Черпачком отправил в дальний угол. И вот таким вот мягеньким завесушечкой. Такой прям очень приятный гол. Да, 3-2, преимущество в один мяч, это всего лишь одна очка кипербола. Да, вот так вот Олег Терещенко вел 3-0 и уже почти что упускает победу, самую с хорошим преимуществом над своим соперником. Но еще пока что впереди, еще время есть, еще играть 20 игровых минут. Антонио Ди Натали уходит соперника, уходит уже в штрафную, пытается сейчас и стиком, да, и уйти, убежать от соперника, не получается это сделать. Отзывает Далглиша к себе для розыгрыша углового. Да, разыгрывает Ди Натали с Далглишем на Юнберга. Юнберг в штрафную, Десаи, и его накрывает Рудгулит. Медина, быстрая передача, там падение было на своей половине поля Пеле. Пеле уже на своей половине поля быстренько поднялся, убегает сейчас от Эшли Кола. И нет, не получилось. Кол хорош, работал. Далглиш вперед. Камени, Ди Натали, налево Юнберга, Фредди Юнберг, побежал, уходит соперника, уже на паузе убирает его, передача здесь, Медина хорош. Вераб на Пеле. Пеле по правому флангу смещается, будет ли проходить, нет, решил все-таки назад отдать пас, Гулит налево. Там у нас Делайни, и дальше пошел обратно. Гулит у мяч, ну пока они вдвоем тут и будут пасоваться. Особо не найдешь хорошего адресата. В итоге все-таки чуть уже сместились к штрафной, но все то же самое. И Кумаю Мени попадает
в перехват. И в итоге мяч забирает. Антонио. Медин, да, очень хорош, конечно. Хорошая у него карточка центрального защитника. И видим раз за разом становится на пути мяча. То блокирует удар, то и перехватывает. Так вот такие вот передачи. В общем, действительно такая... Хороший вариант такой защиты своей команды. Ротголит пробивает, да, разблокирован Верой. Мяч к Пеле. Отлетел, продолжается атака Александра. Дюбаи. Вера. Ближе штрафной. Уже в самой штрафной Пеле. Пеле на ложном. Видно, даже не управляет ближним защитником Олег в этом моменте. И видим, как глубоко опустился Фредди Юнберг. Для того, чтобы перехватить мяч для своей команды, а дальше неудачные действия. Ди Натали, он просто ткнулся в защитника соперника. И пошла атака теперь на чужие ворота. Килиан Мбаппе. Килиан штрафной, был Роуз Куптёр, но ушел, но сам не поверил в это, что так легко пройдет Патрик Вейра. И просто остановился и отдал мяч своему оппоненту Месси. Между двух великолепно открывается передача. И это Далглиш должен завершать, но не получается у него это сделать. Как же хорош Петр Чех. Да, главное, чтобы он был так хорош на серии пенальти, но преимущество Олега не просто было уничтожено, оно было с этого черновика сожжен, этот черновик, хоть там что угодно на этой бумаге было бы написано. Итог таков, что преимущество испарилось далеко, вроде бы 3-0 вел, очень мощно начал, ну а сейчас как-то все превратилась не в то, что возможно было. Ну и 80-я минута ознаменовывается таким вот дальним ударом, после которого мы можем зафиксировать, конечно, победу Олега со счетом 3-2 в основное время. Но по кибербольным традициям и правилам, по сути, это никакого преимущества. Так что ждем серию пенальти. Да, да, все верно.
Возвращаемся мы в серию пенальти. Александр Никонов и Олег Терещенко. Смотрим! И удается Александру открыть счет в этом противостоянии в серии пенальти 1-0. 1-0 сбивает Александр. Там, считай, финиш помог, потому что угадал Олег направление удара, но не смог отбить. Наталья забивает 1-1. Напоминаю, что победитель этой серии выходит в 1-2 финал лузеров. Напоминаю, что здесь Best of 1, а именно сейчас все решится. Туда же пробивает Неймар, как и первый удар в этой серии, в левый нижний для себя. 2-1. Александр повел снова. Далглиш, вот тебе и капитан. Да? Да, и он бьет по центру. Точно. Без шансов. 2-2. Папыч. Туда же, но это было слишком авантюрно, туда же пробивать еще раз. Лионель Месси, посмотрим. Он сегодня с игры уже забил. Петр Чех. Игорь Кенфеев. Ну да, да. 2-2, смотрим дальше. Риоля, да, переигрывает Гулита. Четвертый раз подряд туда пробивает Александр Юнберг. Вспоминает свои годы в ВПЛ и пробивает Петра Чеха. 3-2. Это значит, что ей сейчас не забивает Александр, то он проигрывает. По центру туда же решил прыгать Олег Терещенко. И смотрим. Кол или Петр Чех. Момент истины. Кол забивает. Это значит, что Олег Терещенко выходит дальше. Дальше в следующую стадию. Поздравляем Олега, а Александр, к сожалению, заканчивает свою борьбу на Кубке фонда страны футбола Игоря Кенфеева. Это, точнее, на турнире, который организован на Кубке фонда страны футбола Игоря Кенфеева, а сейчас это онлайн-турнир по киберболу, сезон под номером 4. FIFA 22 Ultimate Team продолжается, призовой фонд в 100 тысяч рублей разыграется полностью завтра. Ну, а мы напоминаем, что турнир проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы, Московского киберспорта, фонда «Страна футбола» и проекта Федерации киберфутбола России. Я думаю, что на сегодня все. Да, все именно так. Завтра второй игровой день, 24 апреля. Начнем мы с верхней сетки. Сначала 1-2 финал верхней сетки, дальше финал верхней сетки. И далее в 4 часа до 4:30 по плану у нас большой финал нижней сетки. И самое шикарное, самая вишенка на торте в 4:30 по московскому времени, по планам, по примерной, да, расписанию на завтра. Это гранд-финал, где мы узнаем победителя 4-го сезона Кубка фонда «Страна футбола» Игоря Кенфеева по FIFA 22. Призовой фонд этой дисциплины 100 тысяч рублей. За сем мы с вами прощаемся. На сегодня все. Для вас прокомментировал этот первый игровой день Виталий Чубаев и Машура Давид. Играйте в футбол, играйте в киберфутбол. Пока.